Всё, я здесь медведи руками махали мне. Я работал вот здесь вот на горе. Медведи ходят нам. Рыси, медведи. Папа так специально пугает. Серьезно говорю, летом они здесь. Одна черная ходила, медведица с медвежонком, блядь. Рыжая ходила эта. Фу, пап, хватит курить с мамой, а. Здесь какие-то елки интересные. Обратите внимание, да, они какие-то. Пепел упадет, говорю. Форма какая-то у них. Длинные. А там наверху вот такие елки. Больше не растут. Все кабинки пустые. Да ни народу, нихуя нет. Снега вчера, говорят, 50 машин было, и пиздец. Это что 50? Когда вот 250, 350 мы здесь. Сейчас ехали, дорога, да? Фу, хватит курить. Вообще, я очканула. Ну не надо мне плохо. Здесь всегда такая. Так, о, все, приехали. Сейчас как зависнем, и пиздец. Че, серьезно? Бывает такая хуйня. Мама. Да, выброси. Значит, голова кружится, начинает. Кач, кач. Вот, давайте сальто будем отсюда делать вместе. Сугроб. Ну, в принципе, тут не сильно высоко так. Конечно, ага. Ну, кажется, тебе это кажется, ты в сугроб. Ну, я как бы смотрю вниз, и, в принципе, не сильно высоко. Ну. Метров... Сейчас, Саня, запустим. Метров 10 лететь. Поехали.